Во дворце молодежи не стихают аплодисменты. Зрители тепло встречают на сцене каждого. И неважно, откуда ты приехал в Рязань, из Москвы или Ростова, благотворительный конкурс «Забавы земли Рязанской» – отличная возможность ярко заявить о себе. Сегодня мы открываем новый фестиваль «Забавы земли Рязанской». «Забавы земли Рязанской» включает в себя три основных номинации для детей. Это хореография, вокал, художественное слово. Фестиваль признан объединить детей особенных и совершенно обычных детей, посещающих средние школы, лицеи, занимающихся дополнительным творческим образованием. Юные балерины на пуантах, рок-н-ролльщицы и даже инопланетяне. С лиц зрителей в этот день не сходили улыбки. Здесь между детьми не было барьеров. Ребята с ограниченными возможностями были наравне со всеми. И на сцене, и за кулисами. Для нас в первую очередь это приучить детей к нашей национальной идентичности, к нашей консолидации, что мы все вместе, у нас большая, очень многонациональная страна, что у нас дружба, что мы все вместе. И третья история – это патриотическое сознание у детей. Все это надо развивать. И этот конкурс призван именно вот этим качеством в детях наших развития. Помимо вокала и хореографии, особо выразительной получилась поэтическая номинация. Как заявили организаторы, все чтецы – это новый российский литературный актив. Перед нами все враги сейчас бессильны. Россия всех сильнее всегда была. Все, кто не нападал на нас, сдавались. Кто злотые, бежали во всю прыть. Россия за судьбу свою сажалась, и нас никто не мог остановить. Организаторами фестиваля выступили фонд «Мамино сердце», «Юнармия» и фестивальное движение «Доре Микс». В жюри подчеркивают, что дети – это будущее нашей страны, а потому так важно прививать им патриотизм и толерантность. А еще обещают, что фестиваль будет только набирать обороты и каждый год расширять географию. Полина Власова, телекомпания «Город».